Приветствую вас на канале Мыло Опт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению мыла с нуля для мытья посуды. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Масло кокосовое твердое, пальмовое масло твердое, каустическая сода, ЕДТА, краситель желтый жирорастворимый, сухой, эфирное масло миндаля, масло кунжута, а также горчица с содой. Не забываем, что нужно работать в очках защитных, в респираторе и в перчатках, для того, чтобы защитить свою кожу от нежелательных ожогов, которые может нанести щелочной раствор. На электронных весах я взвесила 165 грамм воды, 91,6 грамм щелочи. Сейчас я буду добавлять щелочь в воду не в обратном порядке, иначе у нас может произойти слишком бурная реакция. И тщательно размешивать до однородной консистенции полного растворения щелочи в воде. На электронных весах я взвесила 450 грамм кокосового масла, 25 грамм пальмового и 25 кунжутного. И сейчас я буду подогревать эту смесь до температуры около 50 градусов. Я растворила щелочь. Подождала, пока она немного остыла. Растворила масла, подогрела. Сейчас у меня температура этих смесей около 40 градусов. Теперь я буду переливать щелочной раствор через такое ситечко во избежание попадания в мыло нерастворенных остатков щелочи. Буду взбивать его погружным блендером. Я также взвесила на электронных весах 70 грамм горчицы, 70 грамм соды, 2 грамма сухого красителя и 10 грамм ЕДТА. Также у нас пойдет в мыло 5 мл эфирного масла горького миндаля. Наше мыло вошло в стадию следа, как видите. И сейчас я буду разливать его в формочки. Я разлила мыло в формочки. Вот такого оно у нас красивого цвета. Консистенция очень хорошая. Будем ждать теперь полного его застывания и затем вынимать из формы. Прошел день, и я выняла мыло из формочек. Такое у нас оно получилось красивое. Это мыло прекрасно отмывает посуду, все виды загрязнения, оно очень пенное. И отлично помогает справиться с любыми видами жира. Напоминаю, что все ингредиенты для создания этого мыла вы можете найти на сайте Мыло Опт. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!